друзья, сегодня мы в очередной раз отправляемся в путешествие на яхте вокруг Алании. Погода классная, надеюсь, будет не пасмурно, как было в прошлый раз. И мы посетим и пляжи, и пещеры. В общем, мы отъезжаем, и сейчас я вас познакомлю с нашей дружной классной компанией. На этом корабле я уже снимала видео, поэтому ссылка на него в описании. Все очень-очень подробно. Ну а сегодня будем развлекаться и знакомиться с нашими новыми друзьями. Вот наш стол. Привет! Здравствуйте! Привет! Здравствуйте! Привет. Мы ваши подписчики! Как тебя зовут? Артём. Сколько тебе лет? Мне 10. А из какого ты города? Я из Парабели. Села. Как тебе нравится в Алании? Мне, да, нравится очень. Плавать будешь в море? Да, буду. Будешь? Мамочка. Добрый день. Как вас зовут? Елена. Вы в первый раз в Алании? Нет. Какой? Ну, уже достаточно много, да. Ну, значит, уже как своя, да? Ну, практически, да. А долго вы приехали? На 2 месяца. На 2 месяца. Ой, здорово. Не жарко? Самое жаркое время в такое прям. Ну, как-то, если сильно жарко, то спасаемся в воде, в бассейне, в море. Ага. Ну, в общем, нет, комфортно. Для меня это комфортно. Супер. Вика, привет. Ты откуда? С Москвы. Нравится тебе в Алании? Да. А что больше всего? Все. Все? А я мама Вики, нам тоже очень нравится. И нам почему-то не жарко, мы уже акклиматизируемся. Точнее, жарко, но мы жару переносим, так сказать, как данность, со смирением, наверное. Вы первый раз на яхтуре? Здесь, да, в Алании первый раз. Посмотрим, поплаваем. А вы первый раз? На яхтуре? А, нет, я уже второй раз. Уже года 4 назад были уже на такой прогулке. Очень понравилось, особенно плавание в открытом море. Это просто восхитительно. Голубое, даже бирюзовое море прозрачное. Это просто сказка. У нас первая остановка около судоверфи. Сейчас будем купаться. Погода классная. Очень много кораблей. Здесь люди приятные разные пещер. Очень красиво здесь, конечно. У нас очередная плавательная остановка. Больше. Ой, я из Черногории.
Ребята соревнуются, кто быстрее доплывет до корабля. Если вы не умеете плавать, вы можете взять вот такие вот оранжевенькие спасательные жилеты и спокойно плавать. Или прыгать с лодки, так что брызги по всей гавани разлетаются. Теперь мы приехали в одно из самых красивейших мест. Здесь с лодки мы будем высаживаться на пляж. Вот на этот вот пляж. Остановка. Народ прыгает с корабля. Последний раз в
в открытом море и отправляемся обратно в Аланию. Артём, рассказывай, понравилось тебе? Да, понравилось. А что именно? Понравилось купаться. Купаться в море? Да. Не страшно глубоко ведь? Нет. Нет? Только больно. Больно? Да. Почему? Потому что на рукавнике жмут. А вам понравилось? Очень понравилось. Больше всего что? Ну, естественно, море. И самое интересное, что оно везде разное, везде да? Везде разное, разных цветов, да. И вечеринка. Вика, бедный. Тебе понравилось купаться? Да. Еще хочешь? Нет. Не, она любит плавать. А? Вы, кстати, часто ходите на пляж? Да мы часто ходим на пляж. Но самое главное, что мы на пляже не загораем, а в море часами плаваем. И там мы загораем одновременно. Вы в Саларе живете, да? Да. А как там пляж? Хороший? Ой, шикарный пляж. Пляж просто шикарный. Это я, честно сказать, не знала, что в Турции есть такой пляж. Потому что мне казалось, что он обычно каменистый, галька или что-то. Ага. Вид красивый. И компания у нас хорошая. Да, компания у нас классная, это самое главное. А вы часто ходите на пляж? Да, каждый день. Каждый день? Как там пляж в Махмутларе, кстати? Ну, пляж, хотелось бы, конечно, лучшего. Очень много камней. Но мы нашли место, где можно купаться довольно комфортно. Вот такая у нас классная поездка состоялась. Вам понравилось? Очень, очень. Это просто незабываемо. Да. Поэтому смотрите наше видео, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.